Новая хоккейная коробка в городке 17 – первый крупный спортивный объект в большевиземском поселении. На этом месте раньше был пустырь. Теперь современная многофункциональная площадка, полноценный спортивный кластер, включающий раздевалку, трибуны, опоры освещения. Здесь можно играть в хоккей, футбол, волейбол, баскетбол. В общем, развиваться во всех спортивных направлениях. Я вас от всей души поздравляю с открытием этой замечательной площадки, на которой вы сможете круглогодично заниматься и футболом, зимой хоккеем, проводить свое свободное время. Рядом расположено много жилых домов, и много людей смогут удовлетворить свои потребности в спорте. Сооружение для больших Везем, не побоюсь сказать, уникально новое. То есть такой вот профессиональной хоккейной коробки у нас, мы еще 2 года вообще назад не могли даже мечтать, что что-то подобное у нас будет. Возведенная по программе губернатора «Спорт Подмосковья», новая хоккейная коробка отвечает всем современным требованиям. Ее площадь 1624 квадратных метра, трибуны на 50 человек, раздевалка на 12. За ходом строительства и освоением бюджетных средств следил депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков. Народный избранник несколько раз приезжал на объект, чтобы убедиться в том, что строительство ведется по всем нормам и будет окончено точно в срок. Объект сделан хорошо, достойно, поэтому уверен, что и жители оценят по заслугам и будут беречь этот объект и набираться здесь здоровьем. Появление нового спортивного объекта большевиземская молодежь решила отметить товарищеским матчем по футболу. На поле команды из маловеземской школы и гимназии Больших Везем. Страсти кипят, трибуны гудят, но Малый Везем оказывается сильнее и побеждает со счетом 2-0. У нас есть футбольные команды детские. Это дети, которые занимаются детской и юношеской спортивной школой. Дети, которые занимаются в нашем учреждении. У нас их 3 команды, это 2 детских в возрасте до 12 лет, с 12 до 18. И старшие – это все, кто любят просто поиграть в футбол. И это взрослые команды, которые точно так же принимают участие во всех турнирах, которые проводятся в районе и не только. Развитие спортивной инфраструктуры в Одинцовском районе идет полным ходом. Губернаторская программа «Спорт в Подмосковье» охватывает несколько поселений. В ближайшее время аналогичный спортивный объект должен появиться в Кубинке. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».